Любители смешанных единоборств вновь смогут вживую посмотреть схватки сильнейших бойцов мира в Ярославле. 16 мая в арене 2000 пройдет турнир, название которого говорит само за себя. «Вызов лучшим». Это уже четвертый в нашем городе турнир, собирающий под свои знамена настоящих звезд смешанных единоборств. Кроме их участия, он будет знаменателен еще и тем, что организаторы турнира посвятили его 70-летию Великой Победы. Кстати, на турнире будут проведены 12 зрелищных боев в восьмиугольнике. Телевизионную версию турнира покажет наш второй канал в этот регион. Не пропустите. Надеемся, у любителей смешанных единоборств будет вызван большой интерес прийти на мероприятие, так как будем разыгрывать титул чемпиона мира по версии ОФС в бою между Акопом Степаняном из России и Дональд Нач из Египта. И супербой между Дмитрием Сосновским из России и Артемом Олейником из Украины.